по всей проделанной работе, по результатам, я оценил по гвоздикам, и как и все присутствующие. Работу произвел Соболев Сергей Геннадьевич, ему нет никаких претензий. Каждодневно созваниваемся, обсуждаем ряд моментов и организационных моментов по достройке дома. Но другое, как немножко меня удивляет, это власть взяла за правило констатирование факта. Лодка плывет, лодка начинает тонуть, лодку спасают, но не обсуждаются выходы решения именно на сессиях. А мало того, они не хотят это слышать. А властная администрация что-нибудь делает? Вот как ни странно, не в чем упрекнуть. Конечно, медленно все, и летом мы прозевали, но... Несколько организаций в качестве помощи к нам пришли на объект. И сейчас у нас есть все. Очень большая благодарность Москвину Михаилу Ивановичу в поиске спонсоров по достройке. То есть сейчас, работая с ним, мы смогли найти все для достройки. И надеемся, что в декабре произойдет сдача. Может, пораньше, может, чуть-чуть попозднее. Но, по крайней мере, мы видим то, что дом возможно принять. Пробелов по работам нет. Есть и остекление. А какие организации нам помогают, если не секрет? Физические лица, как ни странно, это остекление. Девушка, я не знаю, ей 23 года на вид. 1 790 000. Зовут Юлия. Просила не говорить про нее. Виталий Бараков, просто неравнодушный, мелкий предприниматель, средний предприниматель, дай бог ему. Организация «Кубус» Черняева Наталья, Гатчина. Будет, кстати, производить работу и здесь, в городе. Я очень надеюсь, по крайней мере. И «Союз Строй». Очень много других, ну просто перечислять очень долго, часть из них действительно пришли по просьбе Москвина и Дрозденко. Скажите, а потопление вопрос решен? Я очень надеюсь, что будет решен. По крайней мере, Соболев Сергей Геннадьевич сейчас направил письмо через Москвина Михаила Ивановича к учредителям «Латека». Вроде бы в правительстве утверждают, что все будет, не пропадет дом. Но не знаю. Скажите, а если вот все-таки к декабрю опять не будет сдан дом, что будете делать? Я очень надеюсь, что будет, потому что по графику работы электрика – это до месяца слаботочка, месяц и неделя. Это говорят сами рабочие, сами организации. Остекление, ну, по крайней мере, через 2 недели к нему приступят. Правда, уйдет на это месяц, полтора. По сути, Токарева уже полгода никем не является. Финансирование охраны прекращено, содержание объекта прекращено. Прокурор вызывал, она не приехала. По сути, директор Соболева, она сказала, что он находится в местах лишения свободы, Иркутск, 142 или 146 километр. Больше должностных нет. Ее полномочия кончились еще в мае месяце. Мы сегодня находимся на пикете защиты ЖК «Карат». И несмотря на такой проливной дождь, мы очень рады, что пришло достаточно много народу, много дольщиков, которые готовы защищать свой дом и свои права. И несмотря на то, что постоянно мы встречаем какие-то препятствия на нашем пути, нас обманывают, наши права просто стирают в порошок. Ни один закон по отношению к нашему дому не работает, но мы ведем эту борьбу и очень надеемся, что мы доведем ее до конца и будем наконец-то жить в наших квартирах.